Вот в тот раз мы пересадили пчелый пакет. Сейчас мы хотим сделать третий осмотр на расширение пчелы. Второй осмотр мы сделали, расширили на две рамки. Сейчас посмотрим состояние, на его состояние. Сейчас откроем. С одной стороны у нас подушки еще остались. Здесь у нас с этой стороны тоже подушки были. Но с той стороны, у нас с этой стороны подушки были и с этой стороны подушки были. Сейчас мы их убрали, расширили сюда, на две рамки. Сейчас посмотрим на его состояние. Вот здесь расплод есть, старый расплод и еще здесь новый расплод тоже имеется. Здесь тоже новый расплод имеется. Вот у нас расплод. Вторая рамка с расплодом. С разным расплодом идет. Третья рамка с расплодом. Вот наша матка. Здесь гуляет. Четвертая рамка с расплодом. Пятая рамка с расплодом. Шестая рамка. Половина расплода идет, половина нет. Седьмая рамка с расплодом. И это у нас медовый. И то здесь тоже вот по краям имеется расплод. Семь рамок с расплодом. Сейчас мы возьмем и расширим его. Вот сейчас мы расширим. Я его буду расширять где-то на три рамки. Состояние вижу хороший, расплод хороший. Пчела тоже достаточно здесь, чтобы лишний раз этого не было. Не наращивали куда-нибудь. Я сейчас на три рамки расширю. Вот здесь это у нас сушь. Смотрите. Так и сушь поставим сюда. Вот медовый у нас, медовая рамка. Медовая. Это запасы наши на весну. Поставим сюда. И чтобы у них работа была, вот такой суш. Где мало, ну практически вообще не идет. Немного наращен, наверное. Вот такой поставим, чтобы у них работа еще была. Пока матка откладывает яйца в том суше, где сушь там откладывает, а это будет наращивать. Без перерыва будет работать пчела. Вот, закрыли. Вот, и сюда подушку ставим. Утепляем дополнительно. Сейчас сверху ставим потолочные дощечки. Раз.
расширили пчелу на 3 рамки. У нас еще получается следующий осмотр, когда будем проводить. Я считаю, что осталось место, тоже заполним.